Андрея Малышка, 37. 16-этажный панельный дом 1972 года постройки. В доме одно парадное. Вход в него в удовлетворительном состоянии. Есть пандус, установлен домофон. Во дворе чисто. Парковочных мест мало. Хорошая, просторная детская площадка. Рядом с домом отделение банка. Небольшой рынок. В соседнем дворе детский сад. К дому прилегает детский магазин. Поблизости продуктовый магазин и супермаркет «Фора». Дом в удовлетворительном состоянии.